actually. Oh, yes. Подожди, я посмотрю. Ой-ой, почему я выхватываю? Выхватываем. Говорились, фильмы нас. Hello, I'm Nicholas, and this is our house. Do you want to tour around the house? Вы хотите экскурсию вокруг дома? Да. Идемте за мной. Вот это гостиная. Это компьютер Ричарда. Он здесь сидит и играет в шахматы. А это вот пианино. Я умею играть в собачий вальс. Вы хотите, чтобы я сыграл? Конечно. Ладно. Бурные аплодисменты. Now we can continue. Ребята, я ставлю киш тогда в этот, да? Да. Да. Для всех, Мариша, тебе тоже, да? И вот, вы хотите наверх или вниз? Ну, бабушка рядом. Ладно, это прихожая. Отсюда мы заходим. Вот это прекрасная дверь. И... вот, это прекрасный велик Ричарда, а это мой самокат здесь. И вот столик у нас здесь, лежат всякие наши вещи. И вот, это туалет. Вот. Хороший туалет. Мы верим. Да. И здесь лежат одежда. Можно... Саня. Идите. Идите, вам нужно ехать. Идемте со мной. Не пускай, не пускай. Вот, это лестница, это прекрасные цветы. Вот. И... а, вы заходите в свою комнату. Да, там Сашаня будет. И вот, вот. Сашаня на комнате. Я сама хочу показать мою комнату. Показывайте. Вот тут моя кровать, она очень удобная. Ага, и это ее стол. Николя. И это ее маникюрный этот, столик. Это туалетный столик. Нет, туалетный. Это маникюрный. Вот, это нет, очень хорошая нет. Комната. И покажем комнату Ричарда и бабушки Юли. Угу. Вот, это их кровать. Это их шкафчик, чтобы белье. Плохое белье. Ну, грязное белье. И здесь у нас любит Томкин лежать. Это кот. И давайте я вам покажу ванну. Вот это ванна. Как коридор. О, там вы. И вот. Ванна очень хорошая. И туалет с видом. Можно сидеть и смотреть. В какую же сторону сидеть, чтобы смотреть? Ну, ты так сидишь, и можно вот так вот смотреть. И вот, это душ. И теперь идемте наверх. Это ванна. И теперь идемте наверх. Подожди, можете пока здесь еще посмотреть? Шаня, я хочу просто сказать ей. Шаня, можешь, пожалуйста, уйти? Это мой шоу, пожалуйста. Это моя программа, пожалуйста. Это моя программа. Ладно, пошли, идемте. Это моя программа! Ну, Саша, ну успокойся! Иди! Так, у нас, по-моему, игры только с Сашаней. Ну ладно. Это моя комната. Смотрите. Бьюти, блядь. Дай нам у нас кровать. Ладно, я не буду там открывать. Тихо,
вообще. Ты добавлял в моей кровати. Ладно, тихо. Это моя кровать. Да. Конник. Это мой столик, где я занимаюсь. И это очень хорошее кресло. Ах, можно так на нем расслабляться. У меня еще один столик, шкафы и картины наших кошек. Это Вулфкин, это Сиена и это Томпкин. Он самый старший, а Сиена вторая и потом Вулфкин. Ну, Вулфкин самый младший. Ш-ш-ш. И теперь Сиена средняя. Тихо. Идемте в комнату гостей. Вот сейчас здесь живет Марина, мой ассистент. Вот, смотрите. Большое зеркало здесь есть. И прекрасный столик. И кровать здесь очень хорошая. Ах, прямо можно расслабиться. И вот здесь вот книжки лежат. И шкафы. И всякие лампочки. Смотрите, какие лампочки. И еще зеркальце такое. Видите? И вот, идемте. Сейчас я вам покажу туалет. Идемте с нами наверх. Вот это туалет. Заходите. Ладно. Это туалет. Там ванна есть тоже. Идемте теперь вниз на самый. Там я могу вам показать кухню. И как наша бабушка готовит киш. Если она еще его не приготовила. И это кабинет бабушки Нивы. Кабинет. Здесь вот компьютер и зеленое прекрасное кресло. И много-много книжек. И теперь идемте вниз на самый. Это стол, там, где мы кушаем. Вот это стол. Это туалет. Это туалет. Тоже душ. Вот туалет. Это диван, там, где Ричард читает газету вечером. И это замечательная лампа. Авара-кадабра, раз! О, это волшебство! Авара-кадабра, два! О, видите? Авара-кадабра, три! О, и авара-кадабра, один! Да надо потрогать. Вот! Вот это стул, на нем сидят. Вот это стул, за ним сидят. Извините. И о, я вам забыла сказать, это бабушка Юля. Это бабушка Юля. И вот, идемте, я покажу вам хранилище. Здесь кошачьи еда, всякие инструменты. И вы хотите кое-что здесь посмотреть? Идем. Здесь хранится вино. Все наше вино. Да, очень много. Вот. Ричард вечером ходит и берет оттуда вино. Вы его пьете. Вот. И теперь идемте посмотреть кухню. Там кошачий туалет. Отойдите, пожалуйста, в сторону. Там бабушка Юля убирает какашки. Вот. Это кошачий туалет. Это вы можете посмотреть на какашки. Не надо, не надо. Это... Здесь есть Вулфкин. А вот это уже кухня. Вот. И посмотрите на киш. О, да, это киш, который мы будем кушать. И вот это мойка. Вот. Это холодильник. Столик. И вот, наконец-то сад. Это наш прекрасный сад. Вот, смотрите, там сидят кошечки.
Это Сена. Вы уже узнаете их, я думаю. По картинке я вам рассказывал. Это кто у нас? Да, это Сена. А вот это у нас кто? Это у нас Вулфкин, правильно, правильно. Да, это Вулфкин. А это Томкин. Самый замечательный котик. И самый лучший. И сейчас вот он облизывает Сену. Спасибо большое за экскурсию. Да.